Здравия желаю! Продолжаем опыты. В сфере применяемых вечный магнитный моторчик. Вот такой. Ты же показывал. Останавливался, это движется. Постоянно. Применили вот действие анисторов. То есть он заряжает вот здесь. Вот сейчас заряжает, вот идет счетчик, видите, заряжает. Зарядил и крутит мотор одновременно. Вот это. Видно было. Вот он крутится. Через вот такой маленький примитель подобрал. Сейчас выключаем. Выключаем. Видите? Работа на анисторах сейчас. Пока энергия возвращается назад. Сейчас ждем, когда энергия вернется. Вот он крутится. Сейчас закрутится. Продолжает крутиться. А сейчас энергия возвратилась, вот видите. Счетчик стал по риску. Опять заряжаем. Заряжаем секунд 30. Секунд 30 заряжаем. То есть получается беспрерывно. То есть вот это вариант хороший, то есть надо что? Большой мотор вот, и много ионисторов. Ну и выпрямитель помощнее, то есть подобрать. Это все будет работать. Вот он зарядил. Отключили опять, вот он, видите. Отошел маленько, зарядил. Сейчас вернется назад. Вернется назад, мы его подключим. Пока он возвращается, чтобы не, мотор не останавливался, ионисторы, значит, компенсируют. То есть они компенсацию делают за эти 30 секунд. А когда работает, он крутит мотор и подзаряжает их. Вот он встал. Видите, встал, опять включаем. Ну, в общем, в таком ракурсе. В таком ракурсе. То есть нужно ионисторов побольше, моторы помощнее. И вот это вам вечный двигатель, как говорится, уже. Для промышленных, как говорится, изделий. На этом заканчиваю репортаж. Дальше будем искать побольше. Моторы побольше и все прочее.